Хочешь узнать, как летом эффективно набирать мышечную массу? Сейчас я расскажу. Летом считается, что очень сложно набирать мышечную массу, потому что жарко, тренироваться сложно и к тому же сложно много кушать. Ну, не лезет еда. Как сделать так, чтобы мышечная масса росла? Ну, в жаркий период очень сложно набирается масса. Я вам рекомендую оставить стандартный тренировочный комплекс на набор мышечной массы и переходить более к силовому тренингу. Вообще, летом я тренируюсь 2 раза в неделю. Бывает так, что тренируюсь 1 раз в неделю. Именно по силовому комплексу, и масса мышечная растет. Я вам рекомендую тренироваться 2, максимум 3 раза в неделю. В каждый тренировочный день всего 2 базовых упражнения. То есть делайте только 1 базу. На силу, где-то на 6, на 4 повторения, можно на 3 повторения. Никаких изолирующих движений, чтобы не сжечь впустую лишние калории. Никаких там отжиманий от пола для закачки мышц кровью. Многие так любят делать. Нет. 2 упражнения в тренировочный день. Пресс. Я вообще не качаю летом иногда, чтобы не тратить лишние калории, потому что работаю на массу. Ну, конечно, когда работаю на рельеф, пресс долблю очень сильно. Вот это основной принцип. Тренироваться меньше, стараться, конечно, питаться больше. Конечно, это сложно, но это вам поможет. Силовой комплекс и базовые упражнения. Понравилось? Поставь лайк. Хочешь больше уроков на эту тему? Кликни по ссылке внизу и подпишись на мой курс.